Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Не так давно в американском Сент-Луисе закончился супертурнир с участием 13-го чемпиона мира Гарри Кимовича Каспарова. К его персоне было приковано всеобщее внимание. За Каспарова болели, за него переживали, но далеко не всегда 13-му чемпиону мира удавались такие блестящие партии, которые он создавал в период своего расцвета. Но когда звезды сходились, Каспаров выдавал свою полную мощь, и тогда под его горячую руку попадали молодые шахматисты, которым в тех партиях было не позавидовать. Тогда Каспарову удавались настоящие шедевры, и один из них сегодня я предлагаю вашему вниманию. И в этой партии Гарри Каспарову противостоял молодой американский гроссмейстер итальянского происхождения Фабиано Каруана. В этом поединке именно Каруана играл белыми и сыграл e2, e4. И Каспаров в блиц не стал изменять своей сущности, он сыграл c5. Острая сицилианская защита принесла немало побед Каспарову на высшем уровне. Известно, что 13-й чемпион мира чувствует этот дебют буквально кончиками своих пальцев. Ну и Каруана решил не проверять знания Каспарова в основных вариантах сицилианки и сыграл конь c3. Так называемый закрытый или же чегоринский вариант сицилианской защиты. Таким образом, партия переходит на позиционные рельсы. Ну и черные, которые играли сицилианку в надежде завязать острую борьбу, здесь должны довольствоваться такой тягучей позиционной борьбой в закрытой сицилианке. d6 играет Каспаров, конь g2, конь f6 и g3. Белые фианкетируют своего белопольного слона, тоже делают и черные. g6, слон g2, конь c6. d3, слон g7, обе стороны сделали рокировки, и вот в этой довольно известной позиции у белых есть несколько планов. Вообще вся философия закрытого варианта сицилианской защиты базируется на том, что белые не проводят ход d2, d4 в один прием. Они ставят сначала пешку, как вы видите, на поле d3, дальше начинают развиваться, делают рокировку, ну и после полной мобилизации своих фигур продвигают пешку на поле d4. В этом отношении я подметил, что закрытый вариант сицилианской защиты очень даже похож на вот эту современную тихую итальянку, когда белые играют сначала c3, а потом d3. И уже d4 после рокировки и полной мобилизации сил. Но вот в этой довольно известной позиции у белых несколько планов. Первый план связан с продвижением f2, f4. Ну и дальше идея белых, одна из основных идей белых в закрытой сицилианке, продвинуть пешку на f5 и попытаться получить атаку на черного короля. Второй план связан с ходом h3. Это профилактика против возможного хода конь g4. Дальше белые ставят слона на e3, ферзя на d2, сооружают такую обратную батарею и пытаются маневром слона h6 разменять вот этого важного чернопольного слона черных. Еще один план связан с проведением d3, d4, как я уже сказал, но вот в этой довольно известной позиции Каруана применяет достаточно необычный план и собирается играть на ферзевом фланге. А3 – это предвестник движения пешки b на два поля вперед, ладья b8, ладья b1. Обычно, конечно, в закрытом варианте сицилианки черные, именно черные атакуют на ферзевом фланге ходами b5, a5, b4 и пытаются здесь захватить пространство, получить преимущество. Ну а в то же время, как белые, как я уже сказал, пытаются сыграть f4, f5 и атаковать короля черных. Ну вот именно в этой позиции белые тоже решают на ферзевом фланге проявить активность, и после ладья b1 черные здесь играют сдержанно b6. Каспаров понимает, что в случае стандартного b5 последует b4, именно для этого ладья остановилась на поле b1, ну и дальше эта пешка на b5 после взятия на c5 может стать слабой. Поэтому b6 ограничивается так Каспаров, этим ходом b4 играет Каруана и слон b7. h3. Профилактика явно готовит американец ход слона 3. Слон e3, вернее, и конь d7. Посмотрите на этот ход. Таким образом, Каспаров показывает, что в его распоряжении вот эти два чудесных черных поля. Здесь их контролирует и чернопольный слон, ну и кони здесь имеют достаточно неплохие шансы. Слон e3 играет Каруана и ладья e8. Довольно неочевидный ход. В этой позиции Каспаров вполне мог предотвратить надвижение пешки белых по линии f путем e6. Ну и дальше с идеей пойти f5, тормозя вот эту пешку на поле f4, в случае f2, f4. Ну, ладья e8, у этого хода тоже есть положительная сторона, какая мы сразу же видим после хода ферзь d2. Оказывается, что вот эта обратная батарея теперь не имеет большого смысла, потому что в любой момент на ход слон h6 может последовать слон h8. Как мы видим, черные могут сохранить вот этого чернопольного слона, в то же время ладьи на f8 нет и удара
слон бьет f8 со стороны белых ожидать не приходится. Поэтому ферзь d2, слон a8, нарочито крепкий ход. Здесь слон защищен ладьей, но и в то же время он открывает линию b для своей ладьи. То есть черные показывают, что они готовы побороться по линии b, и после взятия на c5, конечно, собираются бить пешкой b. Но Каруана меняет свой план, держит под напряжением ферзевый фланг и играет f4. Вот такая вот размашистая игра по всей доске, ну и ладья c8. Черные, понимая, что белые не спешат побить на c5, сами переключаются на линию c и хотят уже побить cb, отскочить конем и создать давление по вертикали. g4, смотрите, уже теперь готовы белые сыграть f5, e6, ну и здесь при ладье на f8, если бы черные сыграли f5, успели сыграть f5, это было бы неплохо. Но сейчас белые сами играют f5 и захватывают пространство на ферзевом, на королевском фланге. Уже где-то может грозить ход f6, благоприятной для белых ситуации. Ну а черные в ответ захватывают одно из центральных черных полей, конь d4, и вот в этой позиции Каруана принимает конкретное решение. Понятно, что в этом положении вот эти слоны это антагонисты, то есть они борются друг с другом, и вроде бы как размен белопольного слона на коня черных здесь не выгоден белым. Но Каруана опять же конкретно подходит к позиции, и он посчитал после взятия, что было в партии cd и дальше конь b5, эта пешка на d4 оказывается под боем. e5 не очень хочется играть, потому что таким образом сужается сфера действия черного напольного слона. Ну а черные играют еф. Причем очень интересно, его здесь предлагает жертву качества Каспаров своему молодому сопернику. Дело в том, что конь на b5 напал не только на пешку d4, но и на d6. Здесь будет вилка на обе черные ладьи. Ну и здесь Каруана, немного подумав, решил отклонить вот такое лестное предложение своего более опытного соперника. И здесь не побил на d6, а сыграл gf симметрично. То есть такой довольно распространенный практический прием. Поверил Каспарову здесь Каруана, видимо, не стал глубоко внедряться в эту позицию и тратить время, что в блиц, конечно, делать не хочется. Ну а мы подробнее посмотрим, что в случае конь d6 бы было на доске. Действительно, это анонсированная вилка на две ладьи. Ну и здесь черные получают полноправную игру. Смотрим fe. Если здесь побить на e8, то в распоряжении черных есть такой очень неплохой промежуточный ход e3. Перед взятием коня мы нападаем на ферзя. Ферзь вынужден отойти, мы бьем еще на g2. И на взятие король g2 забираем коня на e8, остаемся с большим перевесом со стороны черных, потому что слон держит пешку на d4, пешка на e3 очень сильна. Здесь король белых довольно ослаблен, поэтому перевес всецело на стороне черных. Ну а в случае de, то есть не принимать здесь дар, не бить на e8, черные могут сыграть конь e5. Сами нападают на коня и предлагают все-таки взять одну из ладей. Конь c8 и снова промежуточный ход конь c4. Мы нападаем на ферзя. Ферзь d3, конь e3, еще один промежуток. И вот в этой позиции у черных полная компенсация за качество. Как мы видим, не спешат вот здесь черные забирать коня на c8. При этом сами нападают на ладью f1. И где-то еще и хотят побить на g2. Потому что пешка на e4, такая вот корневая, центровая пешка белых, она фактически держится только на слоне. Поэтому белым тут лучше уже отдать качество обратно, чтобы не получить мат своему королю. Такие сложные варианты были возможны на взятие на d6, но, повторюсь, Каруана поверил Каспарову, сыграл gf. Дальше конь e5 Каспаров сыграл, ну и при этом он защищает пешку на d6. Вот здесь, видимо, оба соперника в пылу борьбы не заметили, что можно было попросту забрать на a7, напасть на ладью и дальше после отхода ладьи обратно вернуться конем на b5, возобновляя идею побить пешку на d4. Вот так просто Каруана мог выиграть пешку. Но ни белые, ни черные этого не заметили. Белые пробили на d4 конем. И здесь Каспаров захватывает инициативу в партии, играет d5. Удар по центру. Слон, конечно, на a8 очень силен, поддерживает эту пешку. У черных уже здесь немножечко лучше. Ферзь f4, играет здесь Каруана. DE и DE. Произошел вот такой размен, открылась вертикаль D, и скорее всего это станет важным стратегическим фактором в дальнейшей борьбе. И вот в этой позиции Каспаров сделал еще один неочевидный ход, ферзь C7. Во время прямой трансляции мне в голову пришла мысль, а неужели тут Каспаров пытается отойти конем и разменять ферзей. Действительно, впоследствии так и получилось. Мы стали свидетелями того, что Каспаров в партиях этого блиц-турнира
довольно частенько менял ферзей, просто переходил в окончание, видимо, где-то даже в ущерб своей позиции. А нужно добавить, что в этом положении у черных был такой вот типично тактический, может быть сказать, можно сказать, в стиле Каспарова ход конь f3, вот такой сброс фигуры, очень интересная тактика. Дело в том, что это шах, брать коня можно несколькими способами. Если брать конем, да, убегая конем с центра, из-под боя слона, то тогда следует ладья e4. Это двойной удар на коня e2, который остался без поддержки, и на ферзя. И здесь черные получают перевес, потому что коня они так или иначе отыгрывают и остаются с двумя слонами. Ну а если побить на f3 слоном, это лучшее продолжение, то мы, конечно, бьем на d4, такие вот взятия. И если отойти королем на h1, то следует взятие на e4 ладьей. Тут уже очень и очень все страшно, потому что на взятие еще будет взятие слоном, шах, потом ладья c2. В общем, тут белым не позавидуешь. Поэтому лучше на ферзь d4 сыграть ладья f2, закрывшись. Ладья c2, используем связку по диагонали g1, a7 и ладья bf1. В этой позиции у черных небольшой перевес, у белых свои есть контршансы, но все-таки давление черных фигур тут ощутимое. Но Каспаров сыграл ферзь c7, позиция уравнялась, и вот в этом положении Фабиано Каруана предпринимает довольно ответственное решение. Он играет f6. Это лучший ход в этой позиции, но делая такой ход, нужно понимать, что дома-то, конечно, там черному королю очень и очень далеко. Дело в том, что в живых остается чернопольный слон черных, и после слон f8, он на этом поле, начальном поле, да, там где он был в начале партии, он работает здесь, он защищает поле h6 от вторжения белого ферзя, и пункт g7 тоже, в том числе, работает по диагонали a3 f8. Поэтому это отличный защитник вот здесь на поле f8. Дальше, ладья b3, неплохой ход, это перевод ладьи по третьей линии, дальше она может пойти на c3 или на какое-то другое поле по третьей горизонтали. Конь c4 играет черные и осуществляет свою идею размена ферзи. Ну и надо добавить, что конь на c4, конечно, в случае отхода ферзя с поля f4 создает угрозу вилки на d2. И ладья c3. Каруана начинает допускать неточности. Тут лучше было не мудрствовать лукаво и побить на c7 сразу. Ладья бьет c7, конь b5. Напали на ладью, ладья отошла. Видите, вот линия d уже начинает сказываться. Центральная стратегическая магистраль в этой партии. Ладья d3, происходит борьба за эту линию, слон c6, защищая ладью, нападая на коня, конь e d4, слон b7. Получалась вот такая вот позиция динамического равновесия, сложный практически эндшпиль со взаимными шансами. Но Каруана сыграл ладья c3, видимо, он хочет связать по линии c коня, ну и проявляет вот такую вредность, да, то есть никто не хочет меняться. Ни Каспаров на поле f4, ни Каруана на поле c7. Но вот h6 играет Каспаров, тоже проявляет вот такую вот вредность, да, где-то защищается от хода конь b5. Ну и Каруана наконец берет на c7, конь f4, внедряется на поле d5. Видите, соперники ищут хорошие поля для своих коней. Кони такие фигуры, которые любят неплохие опорные поля. Вот конь на c4 нашел такое поле, ну а конь с f4 найдет его на поле d5. b5. Таким образом подкрепляем здесь коня на c4, ну и где-то уже фиксируем пешку на a3. А дальше конь d5. Брать сразу не хочется, потому что у белых получается очень сильная проходная, поддержанная слоном. Ладья cc8, ладья d3, слон d6. Здесь вот такая вот неплохая роль у слона, потому что он работает по диагонали h2, b8. Поле на e5 доступно одной из трех черных фигур. То ли ладье, то ли слону, то ли коню. Ну и дальше конь b3. Конь b3, и вот в этой позиции оставляет пешку на a3 под боем Каруана, но в то же время, если ее забрать, если бы Каспаров ее забрал, то конь b6 последовало бы, да? Это вилка, еще и нападение на слона. Здесь вот эта пешка не вполне оказывается съедобной. Поэтому здесь Каспаров понимает, что уже пора коня с d5 снимать, да? Убрал он с доски коня, побил ед, и здесь, да, проходная пешка, но она надежно блокирована слоном. И вот в этой позиции черные сыграли ладья e5. В этом положении можно было побить на а3 и на конь c5 сыграть конь c2. Дальше конь b7. Но вот в этой позиции, конечно, уже начинает сказываться то, что слона-то нужно убирать, да, и пешка хочет пойти вперед. Никак не удается защитить этого слона удобно. И на любой ход слона последует d6 с идеей d7 вилка. Поэтому черные резонно отказываются от этого данайского дара. Играют ладья e5. Видите, отличное вот такое поле для ладьи. Оно пригодилось как раз для ладьи в этой ситуации. Конь c5. Нападаем на пешку h6. И белые играют, то есть и черные играют
А5. То есть опять же брать на c5 не хотелось слоном, потому что пешка d впоследствии пошла бы вперед. Опять ход типовой, таким образом мы пытаемся подрезать этого коня, выбить опору из-под него, то есть пешку b4. Ну и здесь белая играет ладья fd1. Ладья fd1 и подставляет ладью под вилку. В то же время, в случае конь b7, можно было просто сыграть a4, фиксировать пешку на a3. Ну и здесь, может быть, после размена на d6, вот такой вот типовой хороший конь против плохого слона. Слон упирается в пешку, конь блокер, пешка на a3 здесь фактически является слабостью, у черных тут перевес. Вот белый играет ладья fd1, ну и тут Каспаров мог сыграть конь b2, сделать вилку, но тогда конь b7. Очень интересно получается. Конь d3 забрали, cd, слон должен отойти, d6. И даже вот в этой позиции, когда пешка на d6 прямо не защищена, не подкреплена своей ладьей, все равно она хочет пройти вперед, уже сейчас грозит d7, и вот конь тут обеспечивает фактически поле на d8, и белые получают материальный перевес. Тут очень сложно черным разобраться, компенсация у белых есть за потерянное качество, поэтому Каспаров резонно решает уже не связываться с короной, играет a4. Фиксация слабости на поле a3, но в то же время конь на c5 пока что неуязвим по причине движения пешки d вперед. И в этом положении корона сыграла ладья f1. То есть, видимо, он не видел сразу, что была вилка конь b2, тут занервничал и отвел ладью из-под вилки дальше. А стоило сыграть конь e4, пытаясь выбить слона с поля d6, может быть, в дальнейшем действительно как-то даже пожертвовать качество и двинуть пешку d вперед. Но белые сыграли ладья f1, и вот в этой позиции Каспаров вполне мог забрать пешку на a3. Посмотрите, тут очень красивая тактика, которую не заметили оба соперника. Ладья a3 и здесь ладья c5. И оказывается, вот этот разноцвет, конечно, неприятен. Ну а если забрать bc, то следует слон c5. И вот красивый, очень двойной удар. Ладью на a3 мы спасти никак не можем. Здесь у черных уже выиграно. Но ладья ce8. Вот так сыграл Каспаров. Не лучший ход, но в то же время ничего этот ход не портит. Ну а Каруана и дальше допускает ошибки. Он играет ладья df3. Очень интересно получается. Не так давно ладьи на полях d3 и d1 попадали под вилку конь b2, а теперь они на полях f3 и f1 попадают под вилку конь d2. И вот в этой позиции нужно было сказать, что кроме хода ладья df3 лучше было сыграть конь db7. Конь b7 это было равенство. Но после хода ладья df3 здесь у Каспарова был шикарный выбор. Он мог сыграть и ладья d5. Кстати, вот этот ход просто перекрыл линию действия слона белых, и можно было бесплатно забрать пешку на d5 ладьей. И в то же время ход конь d2 тоже давал перевес, потому что эта вилка теперь уже действительно полновесный метод борьбы за черных. Но Каспарова пленила другая идея. Он играет h5, ему неуютно было здесь королем. Ну, видимо, он хочет просто сыграть g5, выбежать королем на поле g6, ну и активизировать свою фигуру в окончании. Вот h5 ход. Конь d3 сыграли белые, напали на ладью. И опять же оба соперника просматривают, что пешку на d5 можно брать. Каспаров отходит на e2 в этой позиции. Ну и Каруана играет ладья 3f2, предлагая размен ладей. И сейчас мы с вами переносимся в турнирный зал и посмотрим, а как же ответил Каспаров на вот этот ход Фабиана Каруаны. И в этом положении Каспаров сыграл ладья e3, Каруана задумался, сыграл ладья f3, предложил размен, но Каспаров сыграл ладья e2. И посмотрите, Каруана не согласен на ничью, играет другой ладьей на f2, и Каспаров реализует переход короля на h7. Дальше слон f1, отход ладьей, конь c5, нападение на ладью, ладья e1, король g2 и конь e3 шах, король h1, и оказывается вот в этой позиции забрал пешку все-таки на d5 конем, ладья d3, нападая на коня. Ладья e5, снова поле e5 пригодилось для ладьи черных, уже другой, конь d7 нападая на ладью, и ладья g5 заводит фигуры Каспаров в сердце позиции белых, ладья f3, слон отошел на c7 для надежности, и конь c5. И теперь уже внедряет пешку на поле h4, на секундах играют оба соперника, это настоящая вот такая вот битва один на один. Слон g3, напали на ладью, ладья отошла подальше, атакует пешку на a3, ладья e4. Забрал все-таки пешку на a3, и Каруана опускается в контратаку. Король g8, ладья e8, король h7, и все-таки пешку на f7 забирает, да? Забирает с шахом, Каспаров даже делает ход двумя руками. Дальше, что? Ладья отошла на a7, ладья f5, на размен. Ну, меняться нужно, что делать? Думает Каруана, у него тоже мало времени, Каспаров дрожащей рукой пешкой забирает фигуру. Король g2, ну и здесь
конь Е3 находит этот ход Каспаров и забирает слона. Выигранная позиция, лишний слон у Каспарова, и он защищается от угрозы конь Е6. Ну и здесь короны кончаются идеей. Король Ж2, конь Е3, король выходит, конь c4, готовый к решающему удару черные, и конь d2 наносит решающий удар. Король Ж2, шах, король H1, ладья H2, и корона сдается. Вот такая интересная партия, и мы с вами переходим как раз на виртуальную шахматную доску, чтобы разобраться, а почему же Каруана сдался здесь Каспарову. Итак, давайте разберемся, почему же в этой позиции американский шахматист Фабиано Каруана признал свое поражение. Дело в том, что на единственный ход король g1, который он собирался сделать перед тем, как сдал партию, последует ход конь f3. И оказывается, что в этой позиции белый король попадается в матовую сеть. Коварный 13-й чемпион мира, как паук, сплел сеть вокруг короля белых. И на ход король f1 следует вот такой вот финал, ладья f2. Оказывается, что вот эти три черные фигуры образуют очень гармоничный ансамбль, который дает мат белому королю на поле f1. Вот такая замечательная победа 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова над одним из сильнейших шахматистов нашего времени Фабиано Каруаной. Надеюсь, что данный разбор вам понравился. Если так, то не забудьте поставить лайк под данным видео, напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу этой партии Гарри Каспарова и в целом его игры в том турнире в Сент-Луисе. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на канал «Шахматы для всех». Анализ партии сильнейших шахматистов прошлого и выдающихся гроссмейстеров современности. Регулярные прямые трансляции с сильнейших международных турниров нашего времени. Анализ полезных компьютерных шахматных программ. И многое другое ждет вас на канале «Шахматы для всех». Поэтому еще раз не забудьте подписаться. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания.